Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 123 на странице 27. В этом упражнении мы должны найти значение данных числовых выражений. Для этого сначала давайте вспомним порядок действий выражений со скобками. Если у нас есть скобки, то сначала выполняется действие в скобках. И еще мы должны вспомнить, если у нас есть умножение и деление, то сначала выполняется оно по порядку, затем уже сложение или вычитание. Итак, первое выражение. Запишем его. 705 минус 296 умноженное на 2. Сначала мы 296 умножаем на 2. 6 на 2 – 12, 2 пишем, 1 запоминаем. 9 на 2 – 18. Еще один мы запомнили, 19, 9 пишем, 1 запоминаем. 2 на 2 – 4, еще 1 – 5, 592. Второе действие мы должны из числа 705 вычесть 592. Из 5 вычитаем 2 – это 3. Из 0 9 мы вычесть не можем, занимаем у 7 сотен. Из 10 десятка вычитаем 9, получается 1. И мы заняли у сотен, остается 6 сотен минус 5 сотен, остается 1. Ответ 113. Второе выражение записываем. Разность чисел 705 и 296 умножить на 2. Сначала мы выполняем действие в скобках. 705 минус 296. Из 5 вычесть 6 мы не можем, и поэтому у 0 занять мы тоже не можем, мы занимаем у 1 сотни. То есть мы берем 10 десятков, и из 10 десятков берем 1 десяток. Значит, мы вычитаем из 15 6, это 9. Здесь у нас было 9 десятков минус 9 десятков 0. И сотен у нас уже осталось 6 минус 2, остается 4 сотни, 409. Теперь мы 409 умножаем на 2. 9 на 2 – 18. 8 пишем, 1 запоминаем. 2 на 0 – 0. И еще 1 мы запомнили – 1. 4 на 2 – 8. Ответ – 818. Его мы и записываем. Следующий пример. Сумма чисел 365 и 175 разделить на 5. Записываем. И сначала мы будем выполнять действия в скобках. 365 плюс 175. 5 плюс 5 получается 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 6 плюс 7 – 13. Еще 1 запоминали – 14. 4 пишем, 1 запоминаем. 3 плюс 1 – 4. Еще 1 запомнили – 5. 540. Теперь мы должны 540 разделить на 5. 5 сотен делим на 5. Получается 1 сотня. 4 десятка на 5 разделить не можем. 4 меньше 5. Поэтому мы сначала делим 0 десятков на 5, получается 0. А 4 десятка у нас так и остались. И еще 0 единиц. Всего 40 единиц. Делим на 5, получается 8. Ответ 108. Следующий пример. 365 плюс частное чисел 175 и 5. В этом случае мы сначала 175 делим на 5. Одну сотню разделить на 5 мы не можем, 1 меньше 5, поэтому мы делим сразу десятки. 17 десятков делим на 5. Не делится. Делится 15 десятков на 5, получается 3. Из 7 вычитаем 5, это 2 десятка и 5 единиц. Получается всего 25 единиц. 25 делим на 5, получается 5. Ответ 35. И теперь мы должны будем сложить 365 плюс 35. 5 плюс 5 это 10, 0 пишем, 1 запоминаем. 6 плюс 3 это 9, еще 1 запомнили, 10, 0 пишем, 1 запоминаем. 3 и еще 1, 400. Ответ 400. И последний столбик решаем. Разность чисел 904 и 268 разделим на 4. Сначала мы находим разность чисел. 904 минус 268. Из 4 вычесть 8 мы не можем. И у 0 занять тоже не можем. Занимаем у сотен. То есть берем 1 сотню или 10 десятков. И из этих 10 десятков мы 1 забираем. У нас остается 9 десятков. Мы вычитаем не из 4, из 14 8 это 6. 9 десятков минус 6 получается 3. Сотен у нас осталось 8, минус 2, остается 6. 636 делим на 4. 6 сотен на 4 не делится, делится 4 сотни на 4, получается 1. 6 минус 4, 2 сотни и 3 десятка. Всего 23 десятка, на 4 не делится. Делится 20 на 4, получается 5. Из 3 вычитаем 0, остается 3 десятка и 6 единиц. Всего 36 единиц. На 4 делится, получается 9. Ответ 100.
959. И последний пример. 904 минус частное число 268 и 4. Сначала находим частное число. 268 делим на 4. 2 сотни меньше 4, поэтому мы делим сразу десятки. 26 десятков на 4 не делится. Делится 24 десятка на 4, получается 6. И 6 вычитаем 4, остается 2. И еще 8 единиц. Всего 28 единиц. Делим на 4, делится. Остается, получается, 7 единиц. Всего 67. Это ответ. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.